Водолей, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на начало, на середине и на конец месяца апреля. Посмотрим вот в конце расклада, что вам высшие силы советуют. Может что-то поменять, может что-то остерегаться или может какие-то подсказки для себя брать. И первая карта для вас на начало месяца, мои дорогие водолеи, это карта шута. У вас происходит обнуление, обновление. У вас идет, знаете, с чистого листа, да, у вас что-то новое идет в жизни. Но смотрите, все зависит от ваших действий. То, что оно уже на апрель месяце происходит, это однозначно, да, у вас происходит. Но здесь у вас, как знаете, вот... Вы начинаете чего-то новое, но вы как бы не думаете о последствиях, да, может, вы не думаете о чем, что может дальше быть, да, вы как-то по-легкому это воспринимаете. Давайте посмотрим следующая карта, да, что это касается. Это касается, я хочу сказать, для тех, которые, может, имеют тайные отношения, да, здесь будет происходить какие-то изменения, что-то поменяется. Для женщины, которая одинокая, вы сами выпадаете как мудрая, да, мудрая, достойная женщина, да, ваша интуиция будет подсказать, как вам нужно сделать, да, вы можете прошли много испытаний в вашей жизни, но у вас идет и новые какие-то достижения, да, может для некоторых так сильно желание, да, обрести семью, да, и вы это идете, да, вы уже мудрая женщина, которая это достойно получить, да, для мужчины, да, это может быть ваша жизнь. Женщина, женщина такая, знаете, мудрая, достойная, да, благородная женщина, которая вас может советы дать, да, которая вас может поддерживать, да, вот если даже у вас какое-то обнуление происходит, да. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта, мои дорогие. Это паж Пентакли. Смотрите, для тех, которые нужно, хотят, да, пройти какое-то обучение или покупка что-то новое, да, здесь, вот, здесь есть возможность. Здесь самое главное сделать какие-то шаги. Да, для некоторых здесь еще хочу сказать, обращайте внимание вот именно в начале апреля на вашу интуицию. Даже мужчины и женщины, да, вот прислушивайте то, что ваша внутренняя интуиция подсказывает, да, то, что вам говорит. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Да, на середине месяца восьмерка Пентаклей, да. Не отпускайте руки, да. Если это касается рабочих моментов, вы мастер, да. Но вы иногда думаете, что вам не по заслугам, да, оплачивают, да. Вы где-то можете работать, и вы думаете, что вы незаслуженно, да. Вам как бы не ценят по заслугам, да. Здесь самое главное не отпускать руки и идти дальше, да. Здесь самое главное стараться, да, работать, работать, если вы хотите что-то получать. Потому что ваша интуиция очень хорошо будет работать вот именно в апреле месяце. Давайте посмотрим следующая карта. Это двойка кубка. Двойка кубка тоже говорит о интуиции, о вашей внутренней, да, внутренняя ваша душа, что говорит, да. Если те, которые отношения, да, имеют, да, и что-то как-то происходило, какие-то, знаете, изменения, да, какие-то, может, не какие-то споры, какие-то скандалы, то для мужчины хочу сказать, дайте возможность слушать вашу женщину, да, в апрель месяце, да. Поработайте, не отпускайте, еще работайте над этими отношениями, да. Постарайтесь не быстро решать, да, вы думаете, что все-таки вместе, но ничего хорошего не будет, да. Здесь дайте себе возможности, шанс что-то еще вкладываться в эти отношения, потому что если вы будете дать, то в свое время вы получите, да, за то, что вы боролись, да. Те, которые находятся в тайные отношения, здесь как-то что-то будет происходить, да, что-то может откроется, может что-то здесь, какая-то переписка ваша будет, кто-то вот увидит или услышит, или что-то здесь будет открыто, да, здесь как будто кто-то старается для этого, чтобы вы как бы, ну, открылось у вас это. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта — Королева жезлов, да, вот для женщины, те, которые как любовницы, хочу как предупреждение, да, посмотрите, что вы, в чем вы вкладываетесь, да, оценивайте ситуацию, да, поймите, что если вы находитесь в тайных отношениях, в свое время вы свой бумеранг получите. Здесь, знаете, как я хочу сказать, что всегда тайна становится явно. Здесь вы должны понимать, да,
вы должны поставить себе со стороны другой женщины, да, посмотреть, как вам было бы, если вам изменяли бы, да. Для женщины хочу, которые одиноки, ваша благородность, да, ваша интуиция, да, ваша смелость, о чем вы хотите, да, вы хотите что-то начать новое для вас, да, то есть хотите что-то добиться, да, в вашей жизни, да, что-то постараться новое делать. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, что вам высшие силы, это две карты, я так и оставлю, да, эта карта, как я сказала, императрица и карта смерти, все-таки в свое время вы получите свое, да, я всегда говорю, свой бумеранг, за то, что вы боролись, то, что вы посели, то и вы пожмете. Конечно, если вы пожинаете хорошее, вы и соберете хорошее, если вы пожинаете что-то плохое, если вы входите в других отношений, или кому-то мешаете, или на работе, да, что-то хотите что-то сделать плохое, все-таки в свое время вы получите. Но здесь как трансформация показывает, что здесь будет, да, обнуление, да, завершение, что-то старое и что-то новое, да, все зависит, какие вы шаги делаете, да, какие вещи вы делаете. Делайте хорошее, вы и получите хорошее, потому что не все люди, да, входят в третий, любовники или что-то вот на работе, да, не все одинаковы, да, люди разные, но те, которые имеют вот как тайны здесь отношения, то здесь как будет, как бумеранг, да, вот сказать, за свое тайное все-таки придется поплатить свое время, да, здесь может ближайшие 8 месяцев, да, может здесь трансформация, завершение будет. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советуют для вас, мои дорогие. Тройка пентаклей. Тройка пентаклей показывает вложение в себя. Мои дорогие женщины и мужчины, если у вас есть одинокие, которые хотят что-то вложить в себя, повышение квалификации, повышение своих знаний, да, даже то, что вы можете обучать кого-то, это уже значит, что вы можете себя повышать как личности, да, то это тот период, когда вы можете это спокойно делать, да, вот апрель месяц вам дается возможность, но это не касается именно отношений, а именно себя как личности, именно свои финансы, свой статус, да, повышать, поэтому вы можете спокойно это делать, да, мои дорогие, конечно, это общее расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. Для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.